Я мог? Я этого письма не писал, говорит. Тем часом уха готовится, варится. Улов первого дня невелик, прямо скажем. Ну, есть. Уха будет жидкая, зато водка наваристая, небось. Не хочешь бензинчика? А где ты его возьмешь? Ротом насосешь? Да? Разве что. Одну рыбку увидал, да? Да. И сам. Она что, видела нас, Миша? Ага. И Сергей Адамович тоже видел. Ты смотри, что творится. Понацепляли крючков. Поплавков грузил. Сергей Адамович. А вот там за утками поискалось. Ага. Посмотрите наверх, на провод. Рыбаки что кидали. Они... Да, это я понимаю. А что они шутили? Да и мы что-то ищем. Пытаемся увидеть рыбку в мутной воде. А? Пытаемся увидеть рыбку, говорю, в мутной воде. Почему? Смотри, как дно хорошо видно. А мы видели всех. Fly fishing, а по-русски нахлыстом ловит. Только что одну поймал. А? Спасатель в штанах пришел спасать нас от зацепа. Ну, это тоже непросто. Школа молодого рыбака. Миша пришел и сказал, вот так это делается. Однако же не просто зацепились. Он Миша рыбку поймал. Ну поставим его пониже. Вот здесь глубина. Ну насколько погрузится леска? Поплавок, если. Да. Вот, потому что его можно поставить на большую глубину, на маленькую. Не, очень небольшую. Не двигая. Потому что меньше зацеп. Ну вот, вот, вот такая глубина. Вот. Собаке очень хочется познакомиться с оленем, который только что прошел мимо. Олени принесли собачьей еды. Собака не возражает.